вами Нейт, и мы продолжаем играть в Слендер. В предыдущей серии у нас все было довольно печально. Это не как в первой серии, где мы с первого раза все странички собрали. Здесь уже посложнее. Я решил не отдыхать после предыдущей серии. Я думаю, так... Я еще не отошел от этой игры, думаю, так впечатления будут поярче. Ну, продолжим. Долго будет. Вот. Надеюсь, хоть сейчас мы это пройдем. Что-то очень надоело мне вот такого вывозить. Один раз его не было. Ну, чисто из-за рандома. Ну, в основном все. Такие вещи. Блин, не слышно, не видно ничего. Ой, опять. Где это дурилка? Я буду ее дурилкой. Кто это еще? Дурилка. О. Так, тихо, выходим с включенным фонарем. Стоять, блин. Я тебе говорю, стоять. Так, тихо. Быстро. Надеюсь, мы не как Джек Уолтерс с полуфтуха не умрём с падения с 3 метров. Так. Где эта фигня? Что-то не по себе, никого ее нет. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ну ничего. Ну чисто я ступил, надо было убежать. А я решил там камеру не надо. Моя ошибка. Главное не название, а ощущение. Стоять. Назвать-то мы ее можем как? Хотим. Какие ощущения? Пока что самые положительные. То есть не как в предыдущей серии. Но паники просто, но все равно. Да стоять, блин, отстань от меня. О, да. Ой-ой-ой, что такое, что происходит? Как же ты меня побить? Нету его там.
на бомбик. Хоть куда-нибудь, блин. Тихо. Тихо. Да стой. Нажал. Блин. Что ж, попробуем еще раз. Надеюсь, пройдет все получше. Фу, 46. Может, сколько? Полчаса здесь бегаем на этой локации. Считай, две серии. Хотя мы еще не закончили. Может, и все три. Так. Сейчас. Ой, тихо. Все, не пойдем туда. Что это за звуки? Что это дурилка, что ли, бежит? Ага. Подождем. Кстати, встретим.
Ой. Блин, еще генератор. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй. Блин, Валя. Я не знаю уже. Дайте я, наверное, поставлю сейчас на паузу. Как соберу 6 генераторов. Так, продолжаем. Справились с этим все-таки. Слава богу. Фух, это, конечно, было жутко. Я там уже просто бегал кругами, не знал, куда идти. Первые 4 генератора я еще быстро нашел, но оставшиеся 2 это какой-то ужас был просто. Но тем не менее мы надо подвоги. Так. Блин, он не
места, вот, знаете, немного тайгу, что ли, напоминает. Таким очень красивым. Вот тут. Блин, неужели нам еще в пещеру придется идти? Что-то уже тут не очень круто. Темно, блин. А, хотя не нормально. Это за нами все равно кто-то идет. Так. Опять какая-то записочка. Я хочу умереть, я хочу умереть, я хочу умереть, я хочу умереть. Не надо. Так, и что это? Кейт, наверное. Что ж, давайте на этом прекратим эту серию. Ну, это было страшно и трудно. Ну, тем не менее, мы справились. 6-й попытки, но все-таки. Интересно. Интересно, что же будет дальше. Что ж, увидимся. В следующей серии. С вами был Нейт. Всего хорошего. Пока.